«Ах, продолжайте!» — сказал я взволнованный. Н.Н. сидел неподвижно. «Так вот, представьте себе, господин, я, столько времени потративший на изучение жизни Галилея, вы ведь слышали о его реабилитации Ватиканом в 94-м году? Я имел к этому отношение. Я готовил досье». «Слышал, конечно. Интересно, как это приговоривший может реабилитировать свою жертву? Сказать, я вас мучил напрасно? Я вас зря убил? Максимум, что может сделать судья неправедный, это покаяться перед Богом и попросить прощения у жертвы, принять приговор моральный, конечно, который будет вынесен ему». «Вы хотите максимума, Николя? А я вам скажу о другом. Может быть, потому, что вы иностранец. Вы понимаете, что со своими нельзя говорить? А если нет, то вы сейчас поймете». Руки его дрожали. И так, что ему пришлось их соединить, чтобы поднести чашечку кофе ко рту. «Так вот, готовя дело Галилея, я вошел в обстоятельства его встречи с Алессандрой Бокинери. Вы, возможно, знаете, что эта дважды вдова появилась у него в Арчеттери, где ему предписано было кончить свои дни и где он их кончал. Он медленно становился слепым, и молва радовалась, видя в этом опровержение его опыта с телескопом, которыми он навел на себя гнев инквизиции. Не сказать Ватикана, потому что среди ученых-иезуитов у него оставались приверженцы, и сам папа Урбан, повторивший его опыт, и с ним соглашался. Но у бедного папы был и другой опыт. Он видел полеты, иначе говоря, левитации Джузеппо да Копертино, монаха во время мессы. Состояние этого папы — ключ ко всей современной истории. Я видел подлинные протоколы, подписанные папой и утонувшие с тех пор в Ватиканском спецхране. Об этих левитациях. Я пристально смотрел на него. Типичный эрудит в своем небрежном пиджаке, но еще с претензией на парижский тон, с галстуком-шарфиком вокруг шеи. Так вот, с тех пор образ Алессандры мне казался особенно привлекательным. «Да», — думал я, — «почему бы судьбе не послать Алессандру, эту нежную и умную женщину лет 35, потерявшую мужей и находящую удовольствие в ученых разговорах, Галилею слепнущему?» Я находил это весьма романтическим и трогательным. И настолько, что однажды, гуляя здесь, среди деревьев Люксембургского сада, он показал на окно, я вообразил себе возможность, так сказать, повторения. Он задумался. Я не тревожил его. Он вдруг встрепенулся. «Вы знаете, тут мне мнится боттичеллевский образ. Весна провожает зрелость на тот свет. Как бывает, что юная сборщица винограда складывает нас в корзину. Слушайте, я абсолютно успокоился. Вы догадываетесь, почему я болтлив? Нет? Вчера меня вызвал лечащий доктор. Часы поставлены, дорогой друг. Так вот, не знаю почему, но мне захотелось с вами поговорить. А теперь я вас покину». Он встал и пошел к выходу довольно поспешно. Вероятно, он заметил кого-то сквозь стекла кафе. Но он не успел дойти до выхода. В кафе стремительно вошла женщина. И я сразу ее узнал. Это была М.Б. С нею и я был, так сказать, знаком. Но это ничего не значило. Раскланивался с нею. Так что же, весь литературный Париж с нею раскланивался. Хотел бы
По крайней мере, хотя и тут происходил отбор, на мой «бонжур» М отвечала. Но уже фраза «как поживаете» оставалась незамеченной, и я далее не отваживался. Сказать ли, что М красива? Начать с этого, разумеется, можно. Продолговатое лицо, черные взлетающие брови и глаза, темные, почти изумрудные, вдруг сыплющие искры в момент воодушевления и удовольствия. Но если бы только это. Сам силуэт тела, этот образ магического кувшина, чью линию Творец провел, наслаждаясь, и вот он, от плеч до стоп. В обществе моего знакомца однажды, по случаю какой-то премии, в общем разговоре, она стукнула меня по-приятельски по плечу, одобряя, вероятно, мое высказывание. И как мне описать этот удар тока? Все мое тело дрогнуло. Но М уже отвернулась и уже говорила с каким-то лауреатом на языке, которым я владел, увы, недостаточно. О, эти 30 сантиметров, которые нас разделяли, потом 40, потом 50 и метр. А теперь она расцеловала моего знакомца. Было ли это наградой за поставленные часы? Но если так, то все справедливо и точно. Сверим часы. Они вернулись к моему столику. «Вы ведь знакомы», — сказал мой знакомец, скорее утвердительно. «О да», — сказала М. И приблизила свое лицо к моему, предлагая парижский обряд встречи знакомых. Шелковистость ее щек и прохлада их. Мы коснулись друг друга. Я боялся, что она почувствует мой трепет, а она и почувствовала, но вовсе не удивилась. Н.Н. смотрел на нас внимательно и отчужденно. «Так вот, Алессандро», — сказал он, — «М, слушайте, мы ведь много говорили о ней. Осталось проверить одну важнейшую подробность, и я не успеваю, увы. Нужно установить, а к тому есть предпосылки, что Алессандро появилась у Галилея вследствие, впоследствии, короче, потому что ее исповедником был папа Урбан. Ее появление у заключенного, точнее у ссыльного, это своего рода просьба об извинении. Окей?» Он отдыхал, полузакрыв глаза. Я не мог отвести взгляда от профиля М. Она отвлеченно посасывала кока-колу через соломинку. Был тот час, когда это кафе напротив Люксембургского сада пустеет, и скоро ему закрываться. «А теперь я поеду домой», — сказал вдруг мой знакомец. «Кажется, сыро». «Я тебя отвезу», — сказала М. И, повернувшись ко мне, добавила: «Мы увидимся, не правда ли? У Пьера есть ваши координаты?» Жизнь моя продолжалась. Нужно признаться, что М в ней присутствовала образом, костюмом, показавшимся мне похожим на какой-то прохожий, ее жестом или запахом духов, который я ощутил в день нашего прощания, или, изредка, снимок в газете, как правило, на заднем плане, без ее имени в подписи. Но было ясно, что ее приметил и ею увлекся фотограф, и всегда лицо ее было иным. На снимке вечера, посвященного памяти Н.Н., она присутствовала, задумчивая и мягкая. Я туда не пошел. Это собрание было официальным, и делать там нечего. Ближе к 5 o'clock мне захотелось движения.
Я спустился и вышел на улицу, покрытую листьями платана. Они скрежетали, влекомые ветром. В привычном кафе все притихло в час перед последним натиском ужинающих. Были свободные столики для завсегдатаев, зашедших на рюмку или чашечку. Я уселся, спросил кофе и раскрыл свой портфель, желая вынуть чтение и, может быть, лист бумаги, что-нибудь записать. И вдруг закашлялся. Отдуваясь, я вытирал еще губы платком, как дверь открылась, и в кафе быстро вошла М. Никогда я не думал, что женщина может быть настолько красивой, и грациозной, и грозной одновременно. Ноздри ее раздувались от быстрой ходьбы, но были тонкими и казались принадлежащими примчавшейся лани. Странным было ощущение чего-то упавшего внутри меня, словно эта встреча знаменовала особенное, еще мне неизвестное. «Здравствуйте», — сказала она, улыбаясь, голосом нежным, любящим, которому никто не мог бы противостоять. «Вы так смешно кашляете, но это пройдет?» — сказала она вопросительно. Вдруг я взял ее руку и погладил тонкие пальцы, прохладные, и поднес ее запястье к губам, почему-то зная, что это позволено и даже, так сказать, предопределено. С тех пор, как органист в безлюдной церкви в Нормандии, испуганный, вероятно, моими рыданиями, вдруг отозвался безумными аккордами и хрипами фуги Баха, и тогда выделилась из хаоса звуков мелодия ласки и прощения. М. смотрела внимательно, не отнимая руки.